Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Ее нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Ученые выделяют несколько разновременных этнических субстратов, легших в основу современных башкир. Одним из самых древних по классификации этнографа Раиля Кузеева был булгаро-мадьярский компонент. Именно к нему он относил башкирский род Гайна. У башкир-гайнинцев сохранилось несколько преданий о собственном происхождении, которые, по всей вероятности, некогда составляли единое эпическое сказание. Согласно одному из них, жили да были на свете братья Гайна и Айна, приехавшие в места нынешнего проживания рода Гайна на оленях. Откуда приехали, неизвестно. В те времена солнца еще не было, так как оно было во власти дракона Аждахи. Пришли братья Батыры, убили дракона и освободили светило. «Каждый день ждите меня в это время», — сказало солнце и поднялось в небо. Понравились Гайна-Батыру земли в долине реки Тулвы. Решил он здесь обосноваться. От него-то и произошли гайнинцы, самые первые башкиры, утверждает предание. Тулва — река в Пермском крае, левый приток Камы. Первая часть ее названия — Тул, до сих пор не имеет ясной этимологии. Вторая часть — Ва, переводится с финских языков как «вода». Башкиры именуют ее просто Тол, а себя — Толбуйлы, то есть жители долины Тола. Одним из крупнейших селений башкир-гайнинцев является село Елпачиха. Сегодня в нем проживает 1600 человек. Біздің ауылының мына есімі өзіне бір өзіншелікті. Удик деген. Ол бірінші деген сөз. Утмуртлар, утмурт сөзі. Анан соң Ялпақ Шиха деген есімі де бар аның. Ялпақ деген плюсны дейді. Не деп айтамыз әлі ана плюсны дейді. Яссы, яссы деп. Ана шы есімдерді тексеру хаман дауам етеді. Шулай да біз башқыртларының біріде көпшілік итеген ешегенлерін расылайбыз. Көбірек алар тәшкіл етелер. Рафаэль Адутов – общественный деятель и краевед. Родился в селе Елпачиха. Он многие годы занимается восстановлением истории своего рода, своего племени Гайна и, следовательно, истории башкирского народа. Қазір мен көзге қаралы, мен сен әкім, сен мен әтей. Әне, олам, бір қашанда ұнытма, біз башқыртылар деп әйтейді. Әне, шо, кейше әйткен көбік шоны қатырлейм. Сонан біз ғайна башқыртылар деп. Әне, бірінші әне, бұл милет нәрсе екенін біз білеміз, әлбетті. Біздің әті, біздің туған яқылар. Сонан мектепіне бітіргес түрлі яқыларда бұларға тұрып келіп. Бұл яқыларға тегі шеттен құрағанда, Оңлый башлыйбыз, біз ғайна башқыртылар, біз башқыр дүнжаның бір үліші. Предание о братьях по имени Айна и Гайна, возможно, дает ключ к разгадке вопроса о происхождении башкир-гайнинцев. По мнению ученых, башкирские названия Гайна и Еней отразились в списке венгерских племен. Первый этот – от хазар отколовшийся, вышеназванный род каваров. Второй род – неки. Третий – мегери. Четвертый – куртугермат. Пятый – тариана. Шестой – генах. Седьмой – кари. Восьмой – касси. Константин Багрянародный об управлении империей. 10 век.
В свое время Раиль Гумерович Кузеев разработал достаточно такую четкую концепцию горского происхождения гайнинцев. Она основывалась на этнонимических данных, на преданиях. Определенный компонент гайнинцев действительно являлся угорского происхождения. Но судя по характеру взаимодействия в Урал-Поволжье и в лесостепной Евразии между тюрками, кочевниками и собирателями и земледельцами финно-уграми, можно говорить о неком симбиозе. По мнению венгерских ученых, упомянутый род Мегери соответствует современному написанию самоназвания венгров «Мадьяр». Гермата – это название башкирского племени Юрматы. Генах – башкирский род Еней. Тариан соответствует параллельному названию гайнинцев – Тархан. Предание о Гайна-Батыре, по всей вероятности, является этногенетическим мифом. По крайней мере, так считал этнограф Раиль Гумерович Кузеев. В именах Гайна и Айна он видел эпонимы двух башкирских родов. Первый – является родоначальником рода Гайна, а Айна – имя легендарного родоначальника рода Еней. Таким образом, предание делает гайнинцев и енейцев родственными этническими группами. В IX веке степи Южного Урала захватывают тюркское племя башкорт, вышедшее из недр западно-тюркского каганата. Оно объединяет местные угорские народы и потомки гунно-сарматов. Так возникает народность южноуральских башкир. Древние башкиры сложились из нескольких этнокультурных компонентов, в их числе угорский компонент, тюркский, возможно, булгаро-мадьярского происхождения. На юге проживали племена башкиры Печенежского союза, это Бурджан, Усерган. Выдающийся башкирский этнограф Раиль Кузеев писал: «Предки гайна-тарханцев, так же как и енейцев, юрматына-юрмийцев, с миграцией в Приуралье древних башкир, усерган, бурзян, тангаур и других, были включены в сферу их преобладающего этнического воздействия и составили вместе с ними ядро древнебашкирского этноса. Таким образом, род Гайна является одним из древнейших, что нашло свое отражение в преданиях о том, что гайнинцы – это самые первые башкиры. По данным генетиков, именно у них и башкир Баймакского района, большая часть которых относится к роду бурзян, наблюдается наиболее высокая частота гаплогруппы R1b от 81 до 84%. Данный генетический маркер связывается с населением Южного Урала эпохи позднего палеолита, относившегося к кроманьонскому типу. А это говорит, во-первых, в пользу автохтонности родов гайна и бурзян, а во-вторых, свидетельствует об их генетической близости, что может быть объяснено их участием в этнических процессах, протекавших на Южном Урале в древнейшие времена. Историческая память башкирского рода Гайна связывает прошлое гайнинцев с Волжской Болгарией. Сегодня, наверное, никто уже не скажет, откуда взялось данное предание и насколько оно достоверно. Но, как говорится, что имеем, то и имеем. Попробуем проанализировать его, чтобы понять степень обоснованности его буквального толкования. В издании 1813 года «Хозяйственное описание Пермской губернии» о гайнинских башкирах написано следующее. Они сами себя называют башкурт и производят свой род от ногайских татар, поколения Тарханова, обитавшего в Булгарской области, которую оставили они по собственным их преданиям в исходе 12-го столетия. Поселились в Уральских горах и рассеялись по всем местам и ныне ими обитаемым. По представлениям Средневековья, нахождение в составе одного государства влечет за собой и единство происхождения. Примечательно, что даже такой знаток башкирской старины, как старшина Бурзянской волости Алдар Тархан Исикеев, рассказывал историку Рычкову, что башкиры и ногайцы были некогда одним народом. Хотя, как известно, Ногайская Орда установила протекторат над Башкирией лишь в начале 15 века, тогда как бурзяне и гайнинцы, а с ними и большая часть башкирского народа, представляют собой продукт несравненно более древнего этногенеза.
Так что утверждение вышеназванного предания о том, что ганинцы произошли от ногайцев, не выдерживает критики. Рассмотрим теперь вопрос об обитании их до конца XII века в Булгарской области. Пассаж предания о том, что ганинцы обитали в Булгарской области, можно понимать двояко, буквально и иносказательно. Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Болгарию в X веке, о пребывании в ее составе рода Гайна не упоминает. Другие источники того же времени сообщают. Абаз-джурты состоят из двух групп. Одна группа в конце пределов страны Аль-Гузия и позади Булгар. Говорят, что их число около 2000 человек, недоступных от посягательства кого-либо в лесах. Над ними никто не властен, хотя они подчиняются булгарам. Другая часть баз-джуртов граничит с печенегами. Истахри, книга путей и царств, X век. Взглянем на карту. В указанный период страна Гузия, то есть степи агузов, располагались на территории современного Казахстана. Локализация башкир в конце страны Аль-Гузия и позади Булгар означает, что они находились к западу от агузов и к востоку от Булгар, то есть на своей сегодняшней территории. Как известно, арабский географ Истахри пишет о том, что башкиры подчинялись булгарам. В то же время Идриси пишет о том, что башкиры вели постоянные войны с булгарами. Автор XII века Мухаммад Аль-Идриси при описании башкирского города Карукия сообщает следующее. Карукия – красивый город, состоящий из деревянных домов и войлочных палаток. Булгары совершают на них постоянные набеги. Расстояние между ними – 16 переходов. И между ними происходят непрекращающиеся войны. Таким образом, слова предания о том, что ганинцы некогда обитали в Булгарской области, нет оснований понимать буквально. В период усиления Волжской Болгарии какая-то часть башкир, по всей вероятности, признала ее протекторат, сохраняя при этом самостоятельность. Над ними никто не властен, пишет Истахри. Но уже в XII веке, как пишет Идриси, башкиры находятся в состоянии непрекращающейся войны с булгарами. Потому-то в предании сообщается, что предки гайнинцев переселяются из Булгарской области в места их нынешнего проживания. Біздің бабаларымыз бұл тол яқларына, біздің алдарына бұл тол тауларын келген болғанлар 11-ші ғасырда. Шо вақытына мұнда Недимаса ауылдар, кіші тұрған, ең зорлары аларының бұл удмурт жерлері, удмурт ауылдары болған. Шу удмурт князьлары білен, біздің рейнелерінің жетекшілері ұзара келешіп, удмуртлар бұл яқтан, бұл Каманың сол яғы, Каманың ұяғына шығып кетіп, бұл жеріні қолдырғанлар үстілегі білен біздің рейнелерге. В самом деле, башкирские племена Гайна, Еней, Юрми, Юрматы, Буляр, обитавшие на западе исторического Башкортостана, в непосредственной близости от Волжской Булгарии, затем по тем или иным причинам мигрировали в разных направлениях. Еней и Гайна ушли на север, Юрматы – на восток, Юрми и Буляр остались на прежнем месте. Гайнинцы приняли русское подданство в конце XVI века. Царское правительство обязалось соблюдать их вотчинные права. Гайнинская волость стала объектом активной правительственной и стихийной колонизации. Захват родовых земель вынуждал башкир-гайнинцев браться за оружие. В 1662 году они захватывают штурмом город Кунгур и сжигают его. В ходе восстания 1735-1740 годов башкиры-гайнинцы вновь разоряют Прикамье, жгут заводы, осаждают крепость Аса, разбивают правительственные войска. Последней попыткой гайнинских башкир отстоять свои расхищаемые земли было их участие в Пугачевском восстании, в котором они приняли особенно массовое участие. В ноябре 1773 года в гайнинскую волость явился пугачевский полковник Абди Абдулов и разжег огонь восстания. Абди Абдулов, башкир гайнинской волости, мулла и пугачевский полковник.
жил в ауле Гайниямак нынешнего Альшиевского района Республики Башкортостан. В результате активной колонизации и захвата земель часть гайнинцев обезземеливалась, и в частности в 1743 году обезземеленные гайнинцы вынуждены были мигрировать на юг Башкирии. 21 декабря 1773 года башкиры под предводительством Батыркая и Иткинина захватили крепость Аса, важнейший форпост России в Прикамье, который неоднократно осаждали во время предыдущих восстаний. Батыркай Иткинин, башкир гайнинской волости и пугачевский полковник, жил в ауле Усть-Тунтыр. Ну, конечно же, башкиры-гайнинцы остались в истории Башкортостана и России не только как отчаянные бунтовщики. Они известны как предприниматели, общественные деятели и администраторы. Своей деятельностью они принесли огромную пользу государству российскому, способствуя развитию производительных сил Пермского края. Известнейшей личностью среди башкир-гайнинцев 18 века был рудопромышленник Исмаил Тасимов. Владея десятками рудников, он и его товарищи наладили поставку руды на заводы Строгановых, Демидовых, Шуваловых. На вырученные деньги Исмаил открыл горное училище в Санкт-Петербурге, почему и считается основателем горного дела России. В Пермском крае, и в частности на гайнинских землях, особой активность в захвате земель и колонизации проявляли Шуваловы и Строгановы, которые захватили достаточно большое количество земли, и значительная часть гайнинцев вынуждена была уже оставаться или в роли припущенников, или же мигрировать в другие районы. Еще в 1767 году депутат Екатерининской уложенной комиссии, старшина гайнинской волости и рудопромышленник Токтамыш Ишбулатов требовал обратить внимание на расхищение башкирских земель, на нарушение вотчинных прав башкирского народа. Наказы Токтамыша и других депутатов были оставлены без внимания, что стало одной из причин массового участия башкир в Пугачевщине, одним из участников которой был Адигут Тимясов. Адигут Тимясов, башкир гайнинской волости из аула Елпачиха, мулла, пугачевский полковник, родоначальник фамилии Адутовых. Без Адутовларнын бу төп тураклары Удиг аулы Барда районунун. Мына мында биринчи башкырт кантону болгон шушу Удиг аулда. Ул биринчи башкырт кантону көп жерлерине хатта Тетиши районуна кадар кирген. Нигаметжан кантон деп особенно белгилүү болуп калгандар инде. Ну, эң белгилиси бу кантонлардан Бахауддин Адутовтор инде ул. Мына 1832 жылы ул башка башкырт кантонлары менен бирликте Санкт-Петербургда патшада приемда болгон. Упомянутые Нигматулла и Багауддин Адутовы были кантонными начальниками и дворянами в период существования башкиро-мещерякского войска. Башкиры-гайнинцы в силу различных причин оказались оторванными от основного массива родного этноса. Все началось с того, что в административном отношении гайнинская волость была выведена из состава Уфимской провинции и в XIX веке оказалась в составе Пермской губернии. Поэтому, когда в 1922 году была образована так называемая Большая Башкирия за счет слияния Малой Башкирии и нескольких уездов Уфимской губернии, территория бывшей гайнинской волости не вошла в состав Башкирской республики. Железная дорога, соединившая Бардымский район с Татарской АССР, окончательно определила вектор культурного развития башкир-гайнинцев. Учителей поставляла соседняя республика. За высшим образованием молодежь уезжала туда же. Система местной школы формировалась по татарстанским лекалам, хотя еще в начале 20 века в районе действовали башкирские школы. Башкирская русская школа, типа Талгану.
Анда башкорча укыттылар микән, инде татарша укыттылар микән. Скорее всего, үзе бізнеке, бізнеке диалект инде біліп тұрасыз. Бізнің башкорт білен татар арасында бит инде шушындай. Әдәби татарша укыталар инде. Бізді негедір Уфа Ирак болғанлықтан ма, негедір башкорча укыту кірмеген инде. Вот, может, қызғанышқа қаршы дар. Но так или иначе, во время переписи 1989 года 85% населения Бардымского района определило себя как башкиры. Однако ситуация резко изменилась в последние 20 лет. Мы обучение ведем на татарском литературном языке. И считают, что обыденное сознание считает, что если мы говорим на татарском языке, то происходит переоценка ценностей, происходит переоценка национального происхождения, и считаем, что мы уже татары. Ну, конечно же, мы должны себя причислять именно башкирскому этносу, башкирской нации, потому что испокон века шло, что мы башкиры-вотчинники. И Илпачиха, конечно, была крупнейшим центром нашей волости. В результате широкомасштабных действий по изменению национальной идентичности башкир-гайнинцев, предпринятых властями и общественными организациями Татарстана, перепись 2002 года показала падение их численности на целых 20%. Татарша сөйләшегез, балаларын татарша сөйләшергә өйрәтегез, җирле тел сөйләшмәгез дип. Хәзер әйтәләр, сез үзегезнең җирле телегезне саклагыз дип. Нимәгә дип әйтәбез инде без? Бармага, кайтмага, укымага. Историческая память дигән нәрсә бар. Әнә шушы бездә сакланып килә. Бары бер күпме безгә нажим ясасалар да, халык узлерин башкортлар дип яздыра инде. Природа не терпит пустоты. Отсутствие прочных связей Башкортостана с Бардымским районом с лихвой компенсируется влиянием Татарстана. Несмотря на это, у местных жителей по-прежнему сильна тяга к родной башкирской культуре. Если раньше по кабельному телевидению население района имело возможность смотреть башкирское спутниковое телевидение, то теперь и этот единственный канал культурно-информационного сообщения оказался прерванным. Хәзер ул кабельне телевин бетерделәр дә, БСТ күрсәтмәй. Минем авылда әниемнең генә БСТ каналы бар, спутниковы, тарелка. Но шунда кайткач мин бүтән бер программаны да карамый, БСТ каналын ачып утырам карап. Шулай яратып карыйм. Безгә ай саен, аена 5-6 концерт булып китә Татарстаннан килгән концертлар. Безгә Башкортстаннан бөтенләй килмиләр, айга түгел, анда елға бірәт келелер. Біз шыны үшін бұршылабыз енді. Тем не менее, в районном доме культуры фольклорный ансамбль ставит именно башкирские танцы с учетом местной традиции. Руководитель коллектива и сами танцоры ощущают башкирскую музыку и танцы частью своей национальной культуры. Бу иске бұрынғы башкарт бейон деп, енді мен бір қайдыда бұрынғы башкарт бейлерін көргенім де болмады. Бейгенім де болмады. Тем более, оқыған шақта бізге национальный материал бермәділер. Тағында мен шу музыканы ішіттім, движение өзінен өзі келді енді. Аннан даже баяқны бекшап қарарға айратам мен. Шушы бейіне қойып біткәш, уже бейі башлағаш метем, дұрыс ішіледім мекен. Бірін де білмейм бейді. Іске башқа движениені бірін де білмейм. А вот музыка меня шушылай подсказать етті. Мен музыканы еще қошты, мен шулай ішіледім. Бардымские башкиры по-прежнему не получают должного внимания со стороны Башкортостана, того государственного образования, где реализовано право башкирского народа на самоопределение, осуществленного без учета интересов представителей одного из крупнейших башкирских родов Гайна. Но если гора не идет к Магомету, идет к горе сам Магомет. Минули бізнің хазір бүгінгі ғайна башқыртларының бізнің нәсілінің есімін біз хазір алып тарихи Башқұрдистанда болған вақиғаларға кіріп орнаштырдық деп бізнің аңнау келді. Шоңа байтақ документлар бар, бар нешек түрлі мәғлюметлер. Башкиры рода Гайна составляют подавляющее большинство населения Бардымского района Пермского края. Кроме того, башкиры-гайнинцы проживают в селе Гайниямак Альшеевского района.
а также в деревнях Таукай-Гайна и Малые Гайны Миякинского района Республики Башкортостан. Гайнинцы также проживают в ряде деревень Свердловской области. Башкирский род Гайна прошел большой исторический путь, начало которого уходит в толщу тысячелетий. На этом пути гайнинцы пережили времена Великой Венгрии и Волжской Булгарии, Древнего Башкортостана и Золотой Орды. На этом пути была героическая борьба за свои земли и собственную идентичность. И, как нам кажется, она не была безрезультатной. Коль все большее число башкир-гайнинцев возвращается к своим корням, к своим истокам, памятуя, что они первые башкиры.